редкие эти. Хочешь? Я давал первый раз и последний. Ну, расскажи, подписчики задают вопрос. А вы вчера пишут, что у тебя метеорит в машине. Что за метеорит? Вот это газики скапливаются, поэтому запах. А, вкусно пахнет. Аренол. Погода сегодня хорошая, да? Да. Ну что, бинго? Фух, я вареный, капец, надо кофейка, чтобы ты меня угостил с молочком. Что-то я каждый раз тебя угощаю, ты ничего не угощаешь. Ну вчера ж ты шо за мой вчера? Счет и ел, шо и пил. Счет? А нет, ты вчера эти бублики купил с сыром. Ты бублик с сыром? Ты утром деньги получил, перевод? Нет. Верни обратно. Нет. Детям. Ничего не получал, ничего не знаю. Сегодня, ребятки, тоже фарфорчик должен уйти. У меня уже продажа есть. Уже есть. Зоновский браслет на часы. Вчера мне втулил фуфло. Не могу теперь. Конечно. Не продать. Надо написать правильно. Написал. Они вообще как идут? Это к электронным? А, это на радиоуправление. А, это чисто на гномы идут? Да, на радиоуправление. Если тебе что-то запишешь правильно. Да не надо мне правильно, я сам знаю, я учитель. 90% правильное же написание, блядь, люди ищут то, что нужно. Кто здесь коуч? Поставил цену, не хуа-хуа. Вот так вот. Это не то, что у тебя. Надо правильно написать. Дешевые всякие товары. Конечно. Браслетики там. 100 рублевые зарабатываешь, со 100 зарабатываешь 150. Забрали все-таки фотоаппарат сразу же. Да, ребята, поздравляем Саню. Это пока лучший ученик этого сезона. Не вообще ученик, а сезона. Понимаете? Сезона. То есть это сезонный человек. Посмотри, подсними, как он дымится. Сейчас он встанет. Эперидун! Сейчас, смотри. Подсними. Тут сейчас. Капец, что будет. Ага. Сейчас там такая дымовая завеса. Эперидун! Сань, ну у меня контент нормально. Зачем ты меня заставляешь? Хитрить твою мать. Чувак сзади. Смотри, это вафли ему. Чувак сзади вообще не видит ничего. Паровоз. Именно паровоз. Ты меня сбил в смысле. Что, о чем я? Йо, вот, ты... Смотри, я же говорю, что это капец. Друзья. Паровоз. Вот так едем на барахолку. А что? Да там где я тебе, наверное, вафли? Или что-то у него с дизелем. Воняет даже. Понял, наверное. Да то топлив... воняет метеорит у тебя в машине, как сказали. Метеорит. Топливная, наверное, вафля. А, ребята, вчера Саня продал Олимпус. И заработал кэш. Сегодня он угощает всех, кто будет на барахолке. Я такого не говорил. Так я говорю. Я такого не... Представьте. А ты вообще? Всех. И новеньких, и стареньких бомжиков. Ой, дорогие мои. Это попадается такое очень редко. Хотя, да, помнишь, лет наверное, 7 назад они не лежали, нужно... никому не нужно. Волнами. На eBay идет все волнами. То есть одна волна прошла там, например, зона, ручки, бусы, выкидушки, потом эти наборные ручки, потом опять это все. И вот так по кругу. То есть волна пошла, там, например, начали покупать фотики. Все ринулись на эти... Потом раз там эротические ручки, эротические карты, там фото со Сталиным там, или бюсты, потом это все ушло, потом опять приходит. Ну вот так вот. Кстати, ребята, вот уже несколько людей у меня спрашивают, они сидят за границей. Что купить? Что купить и что продать на украинском рынке? Это очень большая проблема. Очень большая, потому что товара должно быть, как я уже рассказывал, это не так, что ты купил и заработал сразу и продал.
Вот у меня лежат. Вот у меня сейчас товара где-то на 5000 евро лежит. И я продал где-то 100 предметов, а 400 еще лежит. Вот вам, пожалуйста. Поэтому это все очень тяжело. И люди спрашивают за ювелирные вырубы, за вот что купить, как им быть. Друзья, лучше не власти. Это антиквариат, это очень сложная тема. И это не так все просто, что ты пришел, вот купил на 500 евро и все, и сразу продал на 1000 евро. Да, это бывает, но очень-очень редко. Угадать практически невозможно. Товар должен быть, вы же вот видите по барахолкам, какую херню покупает Саня. Куплю я херню. Поэтому вывод. Покупайте херню. Обучение, обучаться нужно. Вам нужно обучаться. Урок сейчас подорожал у меня. 1000 гривен один урок сейчас стоит. Я 999 беру. Не каждому дано учить. Не каждому дано учиться. Ну посмотри, какой гусь, а. Ара! Это какой неприятный мужчина. А он этот рулевую колонку проверяет. Как она едет. Вправо, влево. Крутит ее. Сейчас, да? Охренеть. Я покажу. Ну так вот, ребята, смотрите, уже три покупочки сегодня. Уже? А с продажи? Видишь, смотрите, зелененьким. Угу. Ну в темноте не видно. Это, ну, блядь, это. Айкос, шмайкос. Ты уже знаешь, с антиквариата уже скоро будешь эти трусы бэушные покупать. Мальчик. Вот, ребятки, Саня выхватил картриджи. Ну что, амигосы? Рэмбо идет за вами. Ребята, вот такая красота. Видите? В продаже. 2300 гривен. Сзади взрывы. Кто-то гонится за мной, но я непоколебим. У меня есть гвинтивка. Видите? Гвинтивка. Вот такая воздушка обалденная. 2300 в продаже. Рабочая. Небольшой скол на прикладе. На нижнем. Друзья, не поверите, серебро жгут купил за 130 гривен. 925-е. Представьте. Вот такой жгутяру. Тарелочку, ребята, выхватил. Смотрите, какая красота за 100 гривен. Обалденная, просто обалденная. Чуть-чуть потери небольшие, но цена. Саня, что ты будешь показывать? Кевларовая каска. Сколько она будет? Может, ребята, кто-то кому-то нужна? Сколько по деньгам будет? Три. А не, от 5000. Оно внутренность показывает. Ну, она чуть-чуть, бэушка, чуть-чуть, да? Размер? Я просто не вижу. А размер 52-58. Кевларовая. Шикарно. Слушай, на твою башню он маленький, бля. Ты бы еще не на шапку, а на два презента. Слышишь, что я похож? Какой вообще ужас. На! Друзья! Я готов, да? Я готов. В смысле, я готов. Секундочку, готов. На блядь, тяжелая, капец. Бля, у меня аж башка это крутится. Охереть, блин. Я не знаю, какая она там кевл. Тут такое впечатление, что там пластины из металла стоят, блин, а не волокно. Ребята, вот такая продается кепка. Смотрите, размер бомба. Вообще супер. Супер.